Всем большой привет! Добро пожаловать на наш канал «Просто рецепт». Сегодня готовлю очень интересные песочные булочки. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. И для этих булочек мне понадобится 350 грамм просеянной белой муки, 80 грамм крахмала, можно взять любой, 100 грамм мягкого сливочного масла, 100 грамм сахарного песка, 1 яйцо, 1,5 столовые ложки сметаны, ее можно заменить на кефир и йогурт, 2 яблока, в зависимости от веса, нам необходимо в итоге получить 150 грамм яблочного пюре. Также понадобится пакетик 10 грамм разрыхлителя и пакетик 10 грамм ванильного сахара. Сначала я приготовлю яблочное пюре. Оно у нас пойдет прямо в тесто. Яблоки очищаю от кожуры. И сердцевины. Затем яблоки нарезаю на дольки. Чем тоньше нарежете яблоки, тем быстрее они приготовятся. Перекладываю их в сотейник. К ним же добавлю 1/2 сахарного песка и добавлю столовую ложку сливочного масла. Все это поставлю на небольшой огонь тушиться под крышкой. Лишняя влага должна испариться, а яблоки должны стать очень мягкими. Все, яблочки у меня готовы. Жидкость из них практически вся испарилась. Перекладываю их в чашу блендера. И с помощью блендера уже делаю пюре. И вот такое нежное, очень-очень вкусное пюре у меня получилось. Теперь необходимо отвесить 150 грамм этого пюре. Яблочное пюре готово, и теперь можно приступать к приготовлению теста. В чашу выливаю яйцо, добавлю оставшийся сахар, ванильный сахар и сметану. Все это просто взобью венчиком. Теперь добавлю крахмал. Сливочное масло. Масло должно быть очень мягкое. А затем добавлю яблочное пюре. Теперь в 2 приема добавлю муку и разрыхлитель. И лопаткой замешу тесто. Теперь руками собираю в единую массу. И вот такое замечательное песочное тесто получается. Заворачиваю его в пакет и убираю в холодильник на 1 час. Все тесто делю на 2 части. Одну часть заворачиваю в пакет, чтобы не обветрилось. Вторую часть слегка подкатываю. Стол немного присыпаю мукой. И раскатываю тесто толщиной примерно 5 мм. Раскатал тесто вот такую длинную заготовку. И нарезаю на полоски шириной в 1 см.
Теперь беру 5 полосочек, соединяю их концы и перекручиваю. И сворачиваю вот такую вот булочку. И таким же образом поступаю с остальными полосочками. Вот такие узелочки у меня получились. Теперь ставлю булочки в хорошо разогретую духовку, температура 180 градусов, примерно на 20-25 минут. Смотрите на особенности своей духовки. И вот такие волшебные песочные булочки у меня получились. По-домашнему уютные, простые, с легким ароматом яблочного пюре. Это очень вкусно и необычно. Эти булочки можно подать не только к чаю и кофе, но даже просто с молоком. Так что готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текстовый формат рецептов вы, как всегда, найдете на Яндекс.Дзен. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Я всех от души благодарю за просмотр, желаю вам прекрасного настроения, до скорых встреч и пока-пока!